Вот от чего, скажи мне, мой друг, вот такая натура вызывает у меня желание поиронизировать. Вот скажи мне, а? Поиронизировать, поплакать и, в общем, пойти куда-нибудь вглубь леса и оттуда не вернуться. Собственно говоря, пошли. Это мы сейчас можем с тобой сделать. Это, ребята, Бицевский парк. Да, тот самый, где орудовал Пичужкин. Да. Походу, дела мы здесь не зайдем. Сейчас я вот у чувака спрошу. Короче, чувак говорил по телефону, я его отвлек. Он сказал, вот через три вот этих местечка спуск, и значит, мы с вами зайдем внутрь Бицевского лесопарка. Да, я его хотел совместить с музеем палеонтологии. Вот это вот уже серьезно. Вот это то, благодаря чему уже этот ролик будет ценный. Значит, палеонтологический музей в Москве, друг мой. Если ты живешь в Москве или ты гость столицы, бросай все, иди именно туда. Там настоящие кости динозавров. И больше, и более того, там еще кости тех, кто жил до динозавров. Лично для меня это, как говорится, это, ну, это всякий разрыв шаблона, конъюнктивный диссонанс, все вместе. В общем, для меня это в высшей степени существенный сдвиг в сознании. Ребята, вот. Что до динозавров, оказывается, был еще кто-то. Поняли? Это совершенно не все знают. Вот так. Но сегодня я уже не попадаю, ребятки. Так что пройдемся по Бицевскому парку. Ну так вот, так почему же все-таки вот такая натура, которая была в начале ролика, почему она у меня вызывает желание поиронизировать или поплакать? В чем же дело, ребята? Неужели я такой хат? Неужели мне самому это недоступно? Мне это прекрасно доступно. Да. Пичужкин знал, где орудовать. Какой-то камень, там трубы красные спускаются. Тропинка. Знаешь, я сейчас не буду рисковать ходить по этой тропинке. А можешь рискнуть. Там мне сказали, что впереди лестница будет. Пошли уже через лестницу. Хрен там его узнает. В общем, почему это вопрос открытый? Может быть, просто из-за неких готических свойств моей души. Мол, кто-то создал благополучную пару. Надо это все обхохотать. А, ну вот он. Вот он и вход, я думаю. Ну вот, потом нам надо будет взять левее, поэтому по моим расчетам там будет что-то такое. А, не что-то такое, там можно будет до другого метро пройтись. Да, вот она, лесенка. Да, ребят, весьма себе мрачно, ну ладно. И прохладно, самое главное. Так вот, сходишь в низину. В этом что-то есть. Да, более чем. Вот я говорю, что московские лесопарки я люблю. Потому что это, блин, реальный лес просто. Да. Вон там вроде кто-то ходит. Страшновато, ребята. Я бы даже сказал, что здесь никто не ходит. А почему здесь никто не ходит? Да, Пичужкин знал, где орудовать. Ладно, сейчас выпьем кофе для смелости. Ё-моё. Птички. Вон люди ходят. Ладно, слушай, как я рад, что люди ходят. Нафиг, блин.
Или надо все-таки в какой-то момент осмелиться и уйти навсегда в темный лес? Посмотрим.